Гилдефорд, город пахарей и зернохранилищ. Уба где-то рядом. Если узнают, пощады не жди. Все готово? В этом городе пахарей и пастухов многовато воинов. Судя по одеждам, один из них Тен. С ним опасные люди. Ушли в длинный дом. Попробуем сжечь зернохранилище, не привлекая внимания Тена. Ха! Шутишь, что ли? В бой! Я уже давно не встречал среди саксов приличных воинов.
Рад видеть. Чудесная вещь. Лишним не будет. Уже уходишь? Мне уже пора. До встречи. Сюнин, разведай местность. Thank you.
Да уж, спрячешься с тобой. Ноешь и ноешь. Представляют, как мы близко. Пахари и торговцы. Этот край, считай, уже наш. Рад встрече. Сведения? Тебе нужны сведения? У меня разумные цены. Нет. Жаль. Thank you.
Чем могу помочь? Мне пора. Удачи. Твоя помощь, Сюнина. Здравствуй. Еще увидимся.
Таимся, как мыши. Мы крадемся, как рыси. Сперва попробуй так. Уже все? А я даже вспотеть не успел. Попотеешь в Порчестере, там саксов хватает. Ловлю на слове. Встретимся в лагере.